На весенней пресс-конференции я говорил, что мы не останавливаемся и ищем все новые интересные автомобили, да, стараемся привлекать участников. Вот. И в подтверждение этого хочу рассказать несколько интересных новинок, которые будут представлены на осеннем фестивале. То есть, чтобы как бы народ понимал, люди, наши гости, что мы не используем одни и те же автомобили, у нас всегда есть что-нибудь новенькое. Вот. Одна из интересных новинок осеннего фестиваля – это будет настоящий американский дредноут, так называемый. Это легендарная Chevrolet Impala 73-го года в кузове кабриолет ярко-красного цвета с белоснежным салоном. Вот. Ну, такая как бы американская классика, настоящий шоу-стоппер. Автомобиль имеет двигатель 7,4 литра. До нашего фестиваля она в Украине нигде представлена не была, ни на одном фестивале, ни на одном шоу. Вот, поэтому это настоящая новинка. Вот. Также хотелось бы отметить автомобиль, который является, ну, наверное, нашей визитной карточкой. Машина давно как бы засвечена, но тем не менее она до сих пор представляет довольно большой интерес.